Сейчас я покажу вам рецепт самого вкусного сала. Называется гармошка. Оно с зеленью, чесноком и смесью перцев. Готовится просто очень быстро. Есть его можно через несколько часов. Берется кусочек сала, можно даже без прослоек, любое подойдет. И делается надрезы с двух сторон. Расстояние между надрезами 1 см. И надрез не дорезаем, тоже на 1 см, чтобы гармошка не развалилась, как на видео. Затем, вот такое получается красивенькое сало. Затем в эти кармашки мы накладываем с одной стороны зелень, а с другой стороны переворачиваем, мы накладываем смесь перцев. Смесь перцев, соли и чеснока. Сейчас я чеснок кладу отдельно, но можно его потереть на терочке и сразу добавить в смесь перцев. В зелень я тоже клала соль и немножко масла.